И всем привет, с вами Кирякек, и сегодня мы продолжаем проходить Undertale. Только на сей раз никого не убивать. Как нам, собственно, предлагал вот это вот существо. Сбрасываем. А выбор имени? Ладно. Ноль эмоций просто. А. Привет, ты в порядке? Я понимаю твою растерянность и смущение. Но не бойся, дитя. Я Ториэль, хранительница руин. Я прихожу сюда каждый день, проверяю, не упал ли кто. Ты первый человек, попавший сюда за долгое время. Я приложу все силы, чтобы защитить тебя, пока ты здесь. Идем, я проведу тебя через катакомбы. И да, мне пришлось немного тут начало переснять, потому что небольшой ляп произошел. Но неважно, не суть. Добро пожаловать в твой новый дом, дитя. Позволь мне обучить тебя, как обращаться с руинами. Руины полны головоломок, древних связей, ложных вариантов и верных решений. Необходимо находить их, чтобы проходить из одной комнаты в другую. Пожалуйста, привыкни подмечать их. А чем? Чтобы пройти дальше, нужно опустить несколько переключателей. Не волнуйся, я отметила для тебя те, которые необходимо опустить. Ладно. Нет. Ты хочешь опустить другой переключатель? Да. Я даже отметила его для тебя. Да. Обманывай больше. Превосходно. Я горжусь тобой, дитя. Давай пройдем в следующую комнату. Идем. Дитя, знай, на человека, живущего в подземелье, могут напасть монстры. И необходимо быть готовым к подобной ситуации. Однако волноваться не стоит. Процесс прост. Когда ты столкнешься с монстром, ты вступишь в битву. И пока ты находишься в битве, постарайся завязать дружескую беседу. Тяни время, я приду, чтобы уладить конфликт. Попрактикуйся в разговоре с манекеном. Давайте поговорим с ним. Почему бы и нет? Серьезно, мы столкнулись с манекеном. Я помню действия, так что вы говорите с манекеном. Кажется, он не расположен к разговору. Тори выглядит такой счастливой. Вы победили, я ничего не получил. Ах, очень хорошо. Ты молодец. Да, я знаю. В этой комнате есть еще одна головоломка. Интересно, сможешь ли ты справиться с ней? А, ну да. Фрогет напал на вас. Фрогет. Комплимент. Фрогет не понял, что вы сказали, но все равно польщен, да. Понимаю. Да-да-да. Так оно и было, кстати. Вот и головоломка, но... Давай, возьми меня за руку на минутку. И она протыкает ногу. Скучно как-то. Без управления. Кажется, головоломки еще слишком опасны для тебя. Пока у тебя все хорошо получалось, дитя мое. Однако, у меня есть для тебя серьезная просьба. Доберись до конца этой комнаты своими силами. Прости меня за это. Да. Да я тебя вижу! Привет, дитя мое. Не волнуйся, я не оставляла тебя. Как-то это кринжово становится. Я была за колонной все это время. Да ладно.
Спасибо, что доверяешь мне. Тем не менее, это упражнение было весьма важно для оценки твоей самостоятельности. Я должна отойти по делам, тебе придется подождать меня тут. Никуда не уходи. Бродить в одиночку опасно. У меня есть идея. Я дам тебе мобильный телефон, который я потом выброшу. Если тебе что-нибудь понадобится, просто позвони. Будь умницей, договорились? Алло, это Ториэль. Ты же все еще в комнате, верно? Впереди еще несколько головоломок, которые я должна тебе объяснить. Было бы опасно пытаться решать их самостоятельно. Береги себя, хорошо? Да, хорошо. Тырим-тырим. Вообще наплевать, а тут хулиган. Под веселый шорох листвы вы наполняетесь решимостью. Озы полностью восстановлены. Фрогит, до связи. Ага, тут уже без турель будет посложнее. Ладно. Пощада. Все. Я научился, как это делать. Я это помню. О, на меня должен был напасть кто-то. Понимаю. Так, звонок. Алло, это Ториэль. Просто хотела спросить, что тебе больше по душе. Корица или риски? Постой, не говори. Опа, изменения в диалоге. Это риски? А что будет, если сказать нет? Ладно, не будем ее обламывать. У меня было предчувствие. Когда люди падают сюда, почему-то я... Я часто чувствую, как будто их уже знаю. О-хо-хо-хо! Это как в прошлое вернуться. Честно говоря, я... Когда я видела тебя впервые, мне показалось... Будто я впервые видела со старым другом. Странно, разве нет? Что же, спасибо за твой выбор. Да, блин. Алло, это Ториэль. Ты же ненавидишь корицу? Не ненавидишь? Да? Я знаю твои предпочтения, но... Будешь ли ты воротить нос, если обнаружишь, что на твоей тарелке? Хорошо, хорошо, я понимаю. В любом случае, спасибо за терпение. Да. Фрогит, я знаю, как тебя щадить. Можешь не волноваться, я тебя не убью. Алло? У тебя ведь нет ни на что аллергии? Что? Почему я спрашиваю? Без причины, просто так. Понимаю. Так, а вот это уже надо вспоминать. Я тогда на паузу сделаю, окей? Вы же не будете против? Ну, все, спасибо. Я пропускаю все это. Это было крайне просто. Так, мы все знаем, что... Эй, приятель, с чего ты взял, что можешь толкать меня? Так ты просишь меня подвинуться? Хорошо, только для тебя, тыковка. Ты хочешь, чтобы я подвинулся дальше? Ладненько, насчет этого. Не в ту сторону? Ладно, ладно, я понял. Да, блин. О. Это комплимент. Опа, матрица. Пощада. Помогла? Так мне там остаться надо было? Ты заставляешь меня реально попотеть. Я наполняюсь решимостью, я знаю. Опа. Здорово. Да, подвинуть его силой. Я уже помню этот диалог. Так, а вот тут нужно просто поддержать, вроде как, да, поддержать.
Ай. А, точно. С ним же уже нужно посложнее. Хе-хе. Я не в настроении сейчас для этого, извините. Понимаю. Подбадривание, кажется, снова улучшило настроение на обстаблоку. Да, нужно его подбадривать. Да и попробую. А, это он. Я называю это опрятно блок. Тебе нравится? Поддержать. Ой-ой. Обычно я прихожу в руины, потому что здесь никого нет. Но сегодня встретил кое-кого славного. О, я опять говорю не в попад. Я уйду с твоего пути. Хороший парень, на самом деле. Паучья распродажа выпечки. Все деньги, вырученные с продажи, пойдут настоящим паукам. Так. Блин, мне не хватает. Сейчас накоплю. Магия! Несколько пауков сползли вниз и дали вам пончик. Так, как там инвентарь нации? Вещи, монстра, конфеты, паучий пончик. Если я собираюсь быстрее пройти до нужной концовки, то мне нужно делать все быстро. Вы поймете, к чему я. Алло? Я только что поняла, что уже давненько не убиралась. Я не ожидала компанию так скоро. Наверняка тут и там валяются вещи. Можешь взять их, но не бери больше, чем необходимо. Однажды ты можешь увидеть что-нибудь, что тебе сильно понравится. Тогда ты захочешь, чтобы у тебя в карманах было для этого место. Да блин. Лукс, ля какое. Не дразнить. Я это помню. Так, в одном из них есть рычаг, и это центральная. Да. Да блин. Мигос подполз ближе. Ой, да сейчас будем тусить! Здорово быть самим собой! Для какой? Флексим вместе с Мигоспом! Приветик! Пощада! Классный парень, я его прям обожаю. Так, тут это обманка, я знаю. Так, вот здесь, да. Да, гадость. Вегетоид вылез из-под земли. Никого не смогу пощадить. Так, вегетоид. Поужинать. Ешь свою зелень. А теперь давай бонисон. Есть, съел. Пощадить. Ла-ла, просто будь собой. Я ж сам зафлексил на стуле. Так, а мы идем туда. Вроде красный. Да. Да? Я это все помню. Так, там лежит нож. Ух, чё, какую фразу вспомнил. Еще за авторское право посадят. Батюшки, это заняло больше времени, чем я думала. Что ты здесь делаешь, дитя? Тебя ранили? Ну, я подлечу тебя. Не стоило оставлять тебя надолго. Было обязательно пытаться сделать тебе сюрприз таким образом. Что же, полагаю, я больше не смогу скрывать это. Пойдем, дитя. Всякий раз, когда это старое дерево растет листья, они тут же опадают.
Ладно, неважно. Ты чувствуешь этот запах? Сюрприз! Это рисково-коричный пирог. Я подумал, мы можем отпраздновать твое прибытие. Мне хочется, чтобы тебе было хорошо, пока ты живешь здесь. Так что я отложу улиточный пирог до вечера. Пойдем, у меня есть для тебя еще один сюрприз. Да. Тем не менее... Ты так сильно хочешь уйти? Ты ничем не отличаешься от остальных. Есть только одно решение из этой ситуации. Я знаю. Да. Я так вот... Короче, там, если не получается поговорить, то нужно использовать пощаду. Это факт. Пощада. Вот, видите, диалоги меняются. Так что... То есть она все больше троеточий ставит, все больше и больше. Ага, видите? Что ты делаешь? Ай, ты блин. Сражайся или беги. Что ты хочешь этим доказать? Сражайся или отступи. Опа, опа, оп, магия. Опа. Да блин. Прекрати, говорит она. Ого! Ни хрена себе! Прекрати на меня так смотреть. А что, смущаешься? Уйди. Ай. А, вообще-то эта атака должна была меня добить, но она не хочет меня убивать. Вот, даже поле поставила. Спасибо. Респект. Ай. Знаю, ты хочешь домой, но... Но, пожалуйста, иди наверх. Обещаю, что буду о тебе хорошо заботиться. Знаю, у нас многого нет, но... Здесь мы можем жить хорошей жизнью. Почему ты все усложняешь? Пожалуйста, иди наверх. Ха-ха. Печально, не правда ли? Я не могу спасти даже одного ребенка. Нет, я понимаю. Заточение никого счастливым не делает. Руины становятся очень малы, как только ты начинаешь осваивать их. Неправильно, если ты будешь расти в подобном месте. Мои ожидания, мое одиночество, мои страхи. Ради тебя, мое дитя, я отведу их назад. Если ты правда хочешь покинуть руины, я не буду тебя останавливать. Однако, когда ты уйдешь, пожалуйста, не возвращайся. Надеюсь, ты понимаешь. О, как это мило. Прощай, мое дитя. Почему я раньше так не додумался сделать? Ладно, вперед. Задолбался ходить. Undertale. Опять эта долбаная ходьба. Палка поломалась. Санс, я тебя видел. Музыка все ускоряется, ускоряется. И... Человек. Он повернулся еще до того, когда он сказал. Старый трюк с подушкой-пердушкой в руке.
Погоди-ка, ты слышал это раньше или что? Ты повернулся прежде, чем я сказал. Странно. Неважно, ты же человек, верно? Я Санс, скелет Санс. По идее, сейчас ты должен следить, если тут люди. Но, знаешь, мне не особо интересно ловить кого-то. Но вот мой брат, Папирус. Он человек-охотничий фанатик. Эй, кстати, думаю, это он вон там. У меня есть идея, пройди через эти воротоподобные штуки. Мой бро сделал эти щели слишком широкими, чтобы хоть кого-то остановить. Быстро, за ту подходящую по форме лампу. Типа спрятался. Чё как, бро? Ты знаешь, чё как, брат? Уже прошло 8 дней, я до сих пор не откалибровал свои головоломки. Ты просто болтаешь не своего поста. Чем ты вообще занимаешься? Пялюсь на лампу, она и правда крута. Хочешь взглянуть? Нет, у меня нет на это времени. Что если человек пройдет здесь? Я хочу быть готовым. Я стану тем, я должен стать тем, кто поймает человека. Тогда я, великий Папирус, получу все, чего я действительно заслуживаю. Почтение, признание. Наконец, я смогу присоединиться к королевской страже. Так, короче, я это пропускаю, я задолбался говорить таким голосом. Это больно. Окей, можешь уже выходить. Ох, опять долгое время ходьбы. Хотя, стой, не хочу навязываться, но можешь сделать одолжение. Подумал, мой братец совсем приуныл в последнее время. Он никогда не видел людей, и встреча с тобой сделала бы его день. Не волнуйся, он не опасен. Даже если пытается таким показаться. Миллион благодарностей, я буду впереди. Так, сохраняшка и вперед! Так, что у нас тут? О, точно, грубая перчатка. Как раз ее и экипирую. Хотя нет. Да, блин. Короче, сделаем это все быстро. Волчара. Кто-то двигался ли это мое воображение? Я вижу лишь двигающиеся вещи. Вещи, да. Если кто-то двигал. К примеру, человек. Я позабочусь о том, чтобы он никогда больше не двигался. Что-то гладило меня. Что-то, что не двигалось. Мне нужно обдумать. Это за парой жевательных костей. Чем я занимаюсь? И вот мы дошли до первой головоломки. Вот он шагает. Наследил. Возьми это, пожалуйста. Вжух. Хорошо, попробуй теперь. Изи. Невероятно, ты скользкая улитка. Ты справился с ней слишком быстро. Однако, следующая головоломка не будет такой простой. Она спроектирована моим братом Сансом. Ты будешь полностью сбит с толку. Я уверен. Не. Юху. Это сколько? Фиолетовый. Даже чувствую себя загнанным в ловушку. Вы забили шар в лунку. Оу, е. Вы получили 2 монеты. Да. Да-да. А теперь будем гадать, что это. Да. Санс, человек даже не взглянул на нее. Упс, я так и знал, что надо было использовать сегодняшний кроссворд. Что? Кроссворд? Не могу поверить, что ты сказал такое. По моему мнению, путаница для монстрет гораздо сложнее. Чего? Серьезно, чувак, эти простецки простые поиски слов? Это для детских костей. Невероятно. Человек, разреши этот спор.
Сложнее путаницы, конечно. Вы чё? Я в свое время путаницы решал, такие сложнющие были, да и сейчас они сложнющие. Ха-ха, да! Люди должны быть очень умны. Если они тоже считают путаницы для монстрят сложными. Не-хе-хе-хе-хе. Продолжаем. А, это уже сохранение. Окей, двигаем дальше. Малый пес за гранью поглаживания, но он все равно признателен вам за попытку. Охренеть, что с его шеей? Все, решил эту головоломку. Вау, у тебя получилось! И тебе даже не понадобилась моя помощь. Невероятно, я впечатлен. Тебя волнуют головоломки, как и меня. Что ж, я уверен, ты полюбишь следующую. Она даже может оказаться слишком простой для тебя. Не? Смешно, блин. No comments, please. Опа, вот этого места, кстати. Ух ты. Прикольно. Понимая, что собака никогда не оставит попытки слепить идеального песовика, вы наполняетесь решимостью. Понимаю. Поехали. А вот тут я помню, тут должны быть денежки. Знакомый парень. Гев-гев. Берсерк. Минус. А вот теперь будет кое-что интересное. О-о-о. Наконец-то. Фух. Вот именно, что фух. Привет, Снежниград. Как же был тебе рад. В рифму, кстати. Так, сейчас будет бой с папирусом. Это будет надолго. Так что... Да. До встречи до финала. Псина. Что за черт? Это моя специальная атака. Эй! Ты глупый пес! Ты слышишь меня? Хватит жевать эту кость! Эй, что ты делаешь? Вернись сюда с моей специальной атакой! Ну ладно. Я просто использую очень крутую обычную атаку. Понимаю. Магия. Вот и дошло дело до мира. О, чё-то его не туда понесло. Будем сейчас с ним дружить, кстати. Что, впервые видишь парня, работающего на двух работах? К счастью, две работы означают гораздо больше перерывов. Нет, это довольно-таки неудобно. Я иду к Грилби, хочешь со мной? Да. Ну, если настаиваешь, придется мне оторваться от своей работы. Сюда, я знаю короткий путь. Быстро срезали, да? Привет всем! Эй, Санс! Привет, Санс! Приветствую, Санс! Приветик, Санси! Эй, Санс, разве ты не завтракал здесь несколько минут назад? Не, я не завтракал. По крайней мере, уже полчаса. Ты, наверное, путаешь с полдником. Не понял шутки. Сюда, устраивайся поудобней. Да, конечно. Упс, смотри, куда садишься. Иногда шутики могут подкладывать подушки-пердушки. Ладно, давай что-нибудь закажем. Чего хочешь? Бургер. Эй, звучит вполне неплохо. Грилби, нам два бургера.
Скажи, что ты думаешь о моем брате? Крутой. Конечно же, он крут. Ты бы тоже был бы крутым, если бы носил такой наряд каждый день. Но он снимает его только в случае крайней необходимости. Ну, по крайней мере, он его стирает. И под этим я подразумеваю то, что он ходит в нем в душ. А вот и да. Хочешь немного кетчупа? Нет. Мне больше достанется. Ля какой. Сразу с залпом, бах! Неважно, круто или нет, но согласись, папирус упорный. Посмотри только, как он старается стать частью королевской стражи. Однажды он отправился к дому главы королевской стражи и умолял ее, чтобы его приняли. Разумеется, она захлопнула дверь перед ним, потому что была полночь. Но на следующий день она проснулась и увидела, что он все еще ждет. Дурик. Поняв его преданность, она решила взять его на воинское обучение. И оно, все еще продолжается. И сейчас будет диалог про цветы. Ах да, я хотел спросить тебя кое о чем. Типа говорящие цветы и все такое. Ты когда-нибудь слышал о говорящем цветке? Да. Значит, ты все знаешь. Эхо цветок. Они растут по всему болоту. Скажи им что-либо, они будут повторять это снова и снова. Чем они интересны? Ну, однажды папирус рассказал мне кое-что интересное. Когда... иногда, когда никого нет рядом, появляется цветок и шепчет ему что-то. Лесть, цветы, поощрение, пророчество. Странно, да? Кто-то, наверное, и пользуется их цветками, чтобы подшутить над ним. Гляди в оба, хорошо? Спасибо. Что ж, это был долгий перерыв. Я не могу поверить, что дал тебе оторвать от работы настолько долго. О, кстати, у меня не гроша, можешь оплатить на счет? Всего лишь... нет. Шуткую, Грилби, запиши это на мой счет. Кстати, я хотел сказать что-то, но я забыл. Что же он хотел сказать, а? Ладно, неважно. Давайте сейчас мы пойдем тусить с папирусом. Это будет долго, хотя... Здорово. Так ты вернулся, чтобы увидеться со мной? Ты правда отнесся к этому серьезно? Я должен отвезти тебя в очень особое место. Место, где мне нравится проводить много времени. Мой дом! Вот тут прикол есть один, да. Впечатляет? Я увеличил высоту своей раковины. Теперь я смогу засунуть под нее еще больше костей. Что? Лови это ходячее недоразумение! Проклятие! Куа-куа-куа. Санс! Хватит портить мою жизнь с случайными звуками! Трогайте диван, в нем что-то бренчит. В диване вы находите горстку потерянных монет. Вы получили 20 монет. Хорошо. Так, давайте сразу начнем тусить. Зайти внутрь. О, чё это будет, капец. Ну, если ты все посмотрел, хочешь начать тусить? Начать тусить? Да. Окей, давай поймаем волну. Начали зависать. А вот и мы отрываемся. На самом деле, я никогда подобным не занимался. Но не волнуйся. Мой гениальный ум предвидел такой поворот событий. Я взял в библиотеке руководство по тусовкам. Мы готовы хорошо провести время. Посмотрим. Шаг первый. Нажми клавишу C на клавиатуре для окна дружбы. О, Ваушки! Я чувствую себя таким осведомленным! Я думаю, мы готовы для шага 2. Шаг 2. Позвать оторваться. Человек! Я, великий папирус!
Хочу оторваться с тобой. Да? Правда? Ваушки. Думаю, это значит, что настал шаг 3. Шаг 3. Наденьте красивую одежду и поразите всех. Подожди секунду. Надеть одежду. Этот бинт, свисающий с твоего тела. Ты носишь одежду прямо сейчас. И даже раньше на тебе тоже была одежда. Нет, неужели? У тебя было желание отрываться со мной с нашей встречи? Да. Это было в моих планах. Нет! Это все спланировано! Ты лучше разбираешься в тусовках, чем я! Нет! Твоя сила дружбы! За рамки уйдет, я тебе говорю. Не вздумай полагать, что я уже побежден. Я, великий Папирус, никогда не был побежден на вечеринке и никогда не буду. Я легко сравняюсь с тобой. Видишь, я тоже надел одежду. На самом деле, я всегда ношу свою особую одежду под обычной. На случай, если кто-то захочет потусить со мной, узри. Не, как тебе мой секретный стиль? Нет! Искренний комплимент! Сейчас убавится, я знаю. Однако, ты вправду не понимаешь скрытой силы этой одежды. Следовательно, все, что ты сказал, неверно. Эта вечеринка не продолжится дальше, пока не будет найден мой секрет. Но этого не случится. Моя кепка? Моя кепка? Моя кепка! Не-хе-хе-хе! Спагетти. Вместо мозгов, да. Ну что ж, ты нашел мой секрет. Полагаю, у меня нет выбора. Это подарок. Подарок специально для тебя. Ты знаешь, что это такое? Конечно! Спагетти! Это то, что ты думаешь, не так ли? В точку! Но мимо. Это не какая-то там обычная паста. Это работа мастера. Элегантные спагетти, выдержанные в бочонке из дуба. Затем приготовленные мной. Мастер-шефом Папирусом. Человек, пора с этим покончить. Так не может больше продолжаться. Вы сделали небольшой укус. Ваше лицо рефлективно скривилось. Укус не поддается описанию. Что это за неописуемое выражение? Ты, должна быть, действительно обожаешь мою стряпню. А это значит меня... Может, даже больше, чем следует. Нет! Я же сказал, за рамки уйдет. Да. Человек, теперь все понятно. Ты полностью держи мной. Все, что ты делаешь, все, что ты говоришь, это все ради меня. Человек, я хочу, чтобы ты тоже был счастлив. Пришло время мне выразить свои чувства. Пришло время, чтобы сказать тебе. Я Папирус. Что ж, я польщен, что так много значу для тебя. Но, может, немного охладишь пыл? Ты очень хороший человек. Я рад, что мы друзья. Но ты сможешь достичь максимального потенциала, если будешь жить ради себя самого, а не только ради меня. Эй, я знаю решение. Ты должен потусить с моим боссом Сандайн. Думаю, если ты станешь больше распространять энергию дружбы, у тебя будет более здоровый стиль жизни. Да, давай дружить с Сандайн. Ой, то есть. О, если я когда-нибудь понадоблюсь, вот мой номер телефона. Звони мне когда угодно. Платонически. Что ж, пора бежать. Интересно, как бы мы будем тусить Сандайн? Да, это мы узнаем в следующей серии. Что ж, пришло время прощаться. С вами был Кирия Кек. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Не забывайте писать комментарии. Что ж, всем спасибо. Все свободны.